пятом выпуске проекта «Холостячка» состоялось три свидания. Первое свидание было с Женей. Сначала они занялись сапсерфингом, а затем у них состоялось занятие по йоге. Свидание получилось довольно чувственным, укрепил это все душевный разговор. Но когда девушка почувствовала, что Женя хочет ее поцеловать, то сказала, что была еще не готова к этому. Также она сказала, что хотела бы почувствовать к нему влюбленность, но, видимо, на данный момент ее пока нет. Следующее, второе свидание было с Лешей, который организовал романтический полет на воздушном шаре. Думаю, любая бы девушка на ее месте была бы невероятно счастлива. И Ксюша призналась, что это лучшее свидание в ее жизни. Это свидание помогло им сблизиться, и парень даже признался, что хотел бы ее поцеловать. Но всему виной его стеснение. А еще Леша признался, что он счастлив и хочет строить отношения с Ксюшей. Ну и третье свидание было с Александром Эллертом. Стоит отметить, что он воспользовался своим правом на свидание в любой момент и забрал его у Андрея Шатырко, а тот с легкостью уступил. Но зато потом ходил ныл, как же так. Ну а с Сашей они отправились в Херсон, так как Ксюша обожает арбузы. Ну и главным местом этого свидания стали Олешковские пески, где пара устроила гонки на квадроциклах. Ну а уже вечером возле костра у них состоялся романтический ужин. Это свидание, конечно, очень их сблизило, так как Ксюша раньше думала, что у нее невзаимная симпатия, и завершилось все романтическим поцелуем. Может, конечно, даже чем-то больше, но нам показали только закрытую палатку. Но то, что их отношения вышли на новый уровень, это факт. Теперь интересно, как Саша будет реагировать на то, что она ходит на свидание с другими парнями. И что будет, когда Андрей узнает, что между Сашей и Ксюшей все-таки был поцелуй. А что вы думаете по этому поводу? И как я ожидала, на этой неделе проект никто не покинул. Жаль, конечно, потому что, например, Игорь себя вообще никак не проявляет. А Андрей Шатырко проявляет себя чересчур много. И, к сожалению, не как парень, а больше как друг. А у меня на этом все. Услышимся.